Так. Компрессор накачал воздух. Берем теперь краскопульт. Краскопульт сопло 0,8 мм. Здесь я им, в нем только всегда лак. Больше ничего нету. Проверяем факел. Проверяем, как вообще работает ли у нас наш краскопульт. И также работать начинаем с основания. То есть лачим. Лачим сначала. Основание 4 точки. Пузо. Смотрим, везде ли все достал, везде все покрасил, пролачил. Вот. Вроде бы все устраивает. Так. Но лак еще не совсем подсох, я вижу, что он здесь блестит очень сильно. Пробуем покрасить пока. То, что мы достаем таким вот образом. Когда лачим, летит очень сильный опыл, так что работать в средствах индивидуальной защиты обязательно. Вот. Закончили. Сложно это было? Я думаю, нет. Сможете вы это повторить? Думаю, легко. Почему? Резюмируем сейчас. Почему не грунтую, да? При грунтовке надо использовать грунт, его надо купить, его надо нанести тоже при помощи краскопульта. Надо подождать, пока высохнет все это дело. И потом только наносить краску. То есть это увеличивается как ваш бюджет, так и время. Возможно, есть смысл использовать грунт на ровных, плоских моделях, в которых не выражен так активно рельеф. В моем случае все модельки рельефные, текстурные, грунт использовать я не вижу смысла. Поскольку это увеличивает только ваш бюджет и растягивает время на покраску. В общем, по покраске все. Вот два варианта. Как можно красить, как лачить. Я думаю, эта информация была для вас очень полезна. Правильно ее применяйте и зарабатывайте деньги.